Польские казки и поданні. Золотая яблонька. Давним-давно, а може й не так давно, за горами, за лясами, а може недзе недалёка. Привітанні, любе. Кренделі, свіжі кренделі, купляйте, купляйте. Я зараз вернуся. Спадарня Брунгільда. Дай мне, дитятка, вось той яблык самый червоный. Не, не гэты, вось гэты. Той, і гэты яшчэ. Ён жа чарвівы. Прабач, я замяню. Што гэта такое? Прэч, агіднае стварэнне. Гэта абуральна. Дородка, у мяне для цябе падарунак. Якая прыгожая, дзякуй, тата. Ратуйце! Цішэй, дурны певень, чаго ты так тузаешся? Гэта цябе не ўратуе. Што за кураня? Нейкае худое. Некае не худое, гэта певень, а не кураня. Даволі мне гэтага крыку. Зараз я яго ўтаймую. Аддайте мне его, калі ласка. Як гэта аддаць? А, ну так, я забыў, я сёння раздаю пеўняў задарма. Я куплю яго ў вас. Дзіцятка, гэта певень для абеду. Хто будзе ісці бульон у такую шпілку? Зрэшты, я лепш прыгатую халаднік. Не адбівай мне кліентаў, чартоўка. Гэтага хопіць? Гэтага мала, але калі ты дакладзеш сваю залатую стужку... Вось цяпер іншая справа. Певень ваш спадарычна. Прабач, тата, не злуйся. Паглядзі, які ён прыгожы. Добра, добра. Ты мой скарб. Ты чула? Ты мой скарб, як чароўна. Гэта праўда. Такая дачка вялікі скарб. Яна сапраўды скарб. І вялікі. Ты чул? Дрывасек Якуб мае скарб. Дрывасек і скарб мае. Думаю, что ты и Белоперка посябруете. Я и не сумневался. Ой-ой, ты умеешь размовлять? Вядома, я походжу из вельми старого шляхетного роду пеўняў, яким заўсёды ёсць что сказать. Чому ж ты дагэтуль маўчаў? Бо не было пра што казаць. А цяпер? Цяпер ёсць? Так, дзякую, ты выратавала мне жыцця. Прадстаўляю вам шаноўнага гаспадара пеўня з роду балбутуноў. Не, пеўнікаў, ай, не важна. Я думаю, вы пасябруеце. Скарб, мне трэба яго раздабыць. Скарб павінен быць маім. Леон! Леон, ты не знайшоў сабе лепшага месца. Дзякуй, дародка. Хто гэта можа быць? Што гэта за брыда? А ты чаго чакаеш? З вас тры дукаты.
Тримай один, дукат, і провальвай. А ви тут що, стали з дороги? Сподар Певень, нельга. Вітаєм, що привело вас до нас. Я просто проїжджала поблизи. Подумала заехать до вас у гості. Уже стільки годов минуло, як ваша жонка померла. Мама померла, коли мені було 5 годов. Ой, гарутая дівчатка, полову життя без матері прожила. Де ще так тяжко працює. Час гэта змянить. Гэтому дому не хапає жаночай руки. Ці можна призначити весілля на завтра, а значить вирішено. А де ж наш скарб, Якубе? Як де? Под яблуней. Так мені співала мама. Ми сідали під яблуней, ти... Не плач. Твоя мама завсёди побач. Ходи сюди! Я прочуваю нещастя, дородка. Коли со мною нечто здарится, ну, ты разумеешь. Что ты кажешь? Закопай мое золотое перо под гэтую яблонею. Не забудь. Выдатно. Сдается мне после этого про наше супольное проживание. Нема чего и думать. У меня уже нервов не хапае. Я нават упэўнены. Завтра поеду в лес на вырубку. Добро, что дородка застанется не одна. Это поставьте тут, а это там. Забери дитя, это ламачше. Я загадала, каб мне привезли крыху самого необходного. Може, супу? Вось бачиш, усё буде добра. Я вернуся праз некалькі дзён. Ну ладно, малая, принеси мне рыдлёвку. А може там? Де скарб? Не прикидывайся, що не ведаєш. Скарб? Який скарб? Посидиш тут. Посидиш тут, може, вспомніш. А каб тебе не було нудно, куделя повинна быть прадзена до раніцы. А ось і заложніца. Просто цудоўна. Я думаю, ты мяне зразумела. Курка, курочка, с тобой ўсё ў парадку. Я одна не дам рады. Что мне теперь робить? Спокойно, девчаты. Хоченька. Это не то, про что ты подумала. Это просто знакомая. Готова. Дякую вам усім. Браво, дівчата, видатно. Я обов'язково за зерно. Певнічек, каб не ти.
Дробязь, белоперка, мы тебя оттуль вытягнем. Бачу, ти усе поробила. Спритна, як птушка. Ну, вспомнила, де скарб. Брунгільде, у нас тата нема ніякого скарбу. Брешеш! Наш скарб, гэта ми. Я дам тебе на ноч ще одну куделю, але гэтым разом ніхто тебе не допоможе. О, ні. Пеўнічак. Тільки не пеўнічак. Козочка, Лявон, мои выгородники, не бойтесь. Ты куды? Из меня хопить. Мы идем по тату. Что? Хай доведается урасти, какая ты на правду. Это ж... Боже, хна. Золотая яблоня. Скарб, мой скарб. Отдай. Это мое. Брунгильда. Тата. Тата. Мой пилень. Не плачь, любая. Погляди, кого я знайшов у лесе. А где Брунгильда? Мне треба с ей разобраться. Ах, это что за надокучливая муха?